мама спит, мама Ребекка, мама спит. Ошибка, ничего страшного, никто там ни в коем случае без пола Сережа не винил, поэтому продолжили играть в футбол, повторюсь, играла сегодня по нашему контролю. По содержанию это похоже на оптимальный вариант игры Ростова? Я думаю, что да, единственное, нужно, я думаю, забивать спокойно проводить игру. Команда не заметила, что мы пропустили гол, как мы его пропустили. То есть бывали у нас игры, когда там один гол неожиданный, вытекающие вообще из игры, пропускали, и минут 10-15 приходили в себя, здесь не заметили, продолжили играть. Ну, одна команда была на поле, по мне, до 85-й минуты, в принципе, вообще горжусь всеми. Всех поздравил, не то что одна претензия, только благодарность.